Но прямо сейчас у Кирилла Кострова проходит розыгрыш на 5 миллионов монет в его телеграм-канале, поэтому переходи по ссылочке в описании и лутай монеты. Кэш. Всем привет, друзья! Вышли новые ТОЦ АПЛ, также женские ТОЦ АПЛ и ТОЦ остального мира. А это значит, что я подготовил очень-очень-очень много паков, которые мы сегодня откроем. Также будет гарант ТОЦ, поэтому влепи лайк, подпишись на канал, напиши коммент, что тебе выпало. Но мы погнали в первый пак. Поначалу будут такие себе пакцы, но дальше будут крутые, тем более вы будете видеть только самое лучшее. Вот это вот видеть вы не будете. Я за этим прослежу. Но если тебе нужны монеты на тот ивент, то обращайся к лучшему продавцу монет в СНГ, Кириллу Кострову. Потому что у него лучший курс, быстрая доставка, а также гарантия от бана. Также по промокоду Лемур ты получишь 10% скидочки, а если найдешь курс где-то лучше, чем у Кирилла Кострова, то он сделает курс для тебя еще лучше и выгодней. Но если ты поймал очень крутого ТОЦа и хочешь продать монеты, то также пиши ему, он обязательно у тебя их купит. Ну и если тебе нужны подписки, там любые игры на любые платформы, то тоже пиши ему, он тебе обязательно поможет. В общем, все для фифы это Кириллу Кострову. И про розыгрыш в его телеграм-канале тоже не забывай. Так, пак за 100 тысяч монет. Ну, должно ж повезти когда-нибудь. Нет, видимо, Англия, БЗ, Ливерпуль. Серьезно, Арнольд? Серьезно, Арнольд? И его нет в команде, да. Хотя в предиктах он был. Германия, вратарь, может быть, Нойер. Серьезно, так просто? Пак 81+, ребят. А, ну и он не самого высокого рейтинга, я думал он 91. Ну что, продаваемый пак 286+, почему бы нет, погнали. Продаваемый, угу, соответственно, тот самый не увидим. И что это? Вот серьезно, он мне никогда в жизни не падал, но это двойной волкаут, потому что 86-е. Но Мане, серьезно, он мне падал, наверное, два раза. И с ним вместе будет бронз. Но я думаю, что после прошлого дропа мне год ничего падать не будет. Только вот максимум ананы всякие. Вот такие вот, вот-вот. Ну что, давайте разбавим эти паки набором с четырьмя игроками 87+. Тут-то ТОЦ должен быть какой-то интересный. Да. А что, дроп скрутили, что ли? Швейцария, ВРТ, Кобель. Ну, это не весело. 87+, 4 игрока. Рубен Диеш. Подождите. Он каждый раз почти выходил в ТОЦах, в ТОТе, а тут его нет. И вот его сразу мне дают. Спасибо. И спортс вы так добры. И Одегара дали. Который тоже должен быть в ТОЦах. Ладно, еще рискнем. 20 игроков 82+. Вот тут ТОТсик какой-то должен заваляться. Вот так даже. Два Кобеля подряд, ребят. И это даже без двойного волкаута. Просто дубликат и все. Спасибо. Так, тут у нас набор с игроком ТОТВ завалялся, 81+. Может быть, Мбаппе какой-нибудь интересный, нет? Германия, ЦЗ, Биссик какой-нибудь, да? Да, неплохо. 5 игроков 83+, ну, Германия, СП, Тони Кросс. Да, уже где-то слышали, где-то проходили это, но это двойной локаут. И это второй игрок снова, а нет, я думал Рубен Диеш. Чуть-чуть похож был, но это Квара, Кварадона. 5 игроков 84+. ТОЦ, мы видим первый ТОЦ, Германия, ФРВ, и это у нас Вольфсбург. Это какая-то, видимо, девушка. А, это Поп, тихо. И за ней кто-то будет, какой-то красивый ТОЦ, и это, например, будет какой-нибудь, какая-нибудь уже... Китинг. Ну, это печально. Но, с другой стороны, Лев Яшин, как бы, тоже не вечен. С ростом 167, я думаю, спасать будет все. Прям абсолютно в свои 20 лет. Какой, блядь, трэш. Зато у нее все плейстайлы на вратаря. Ну, это просто лучшее, что могло произойти. Ну, кстати, можно по приколу ее поставить в ворота. Посмотреть, что с этим будет. 5 редких, 84+. Испанец, ЦПшник, Вильяреал, Пареха. А, двойной, подожди. Тогда интересно. Это у нас еще и Абердор. Спасибо. 5 редких 84+. Канада, ПЗ, Челси. Лоуренс. Двойной волкаут снова. Отлично. Вот двойными волкаунтами хотя бы раудуют. Это Модрич. И тут я не буду, наверное, все-таки огорчаться, потому что он мне уже выпал, когда мне надо было. Снова золото. Это Англия, это ПЗ. И это опять бронз. Вот это вот я не очень рад. Опять бронз. Но вот сейчас Модричу не буду рад, честное слово. Дубликаты мне нафиг не нужны. Но это не Модрич. И это у нас Мид. Так, и тут уже интересный пак подкатил. 10 игроков 83+. Я надеюсь на синее свечение. Понадеялся. Это Мартинес. Ну хватит. Ну хватит. Ну каждый покупник одно и то же. Лаутар Мартинес. Норвежец. Подожди. ЦАП. Это Одегар. Ну конечно, когда его в тот сагнет, сразу падает. Но он тут будет не один. Это я знаю. И он будет с Облаком. А почему он без перчаток? Облак. Одел перчатки. А что ты руки прячешь? Че руки прячешь? Забыл? Забыл? Больше не забывай. А, вот так значит. Он решил мне прям все похерить тут. Подготовился один пик. Один из четырех разных компаний. Погнали. В прошлый раз мне выпал Маркинеш. В этот раз может что-то поинтереснее. Например, какой
это дубликат Вальверды. Ну, не очень. 4 плюс 5 или 5 плюс 4. Я выберу 5 плюс 4, потому что такие мне больше нравятся. 5 нападающих, 83 плюс. ТОЦ! Так, и это интересно. Англия сразу. ФРВ. Подожди. Арсенал. А кто там? Это... Руссо. Какое говно, я думал, у нее нормальные статы. Ну, хайрейт, хотя бы хайрейт. Ну ладно, не расстраиваемся. 5 полузащитников, 83+. Может быть, и было бы хорошо увидеть нормального Тотса, а тут Бруно Фернандеш. МЮ, ну где вы были весь сезон? Вы должны были прямо хорошо играть, чтобы не падать Тотсами сразу. И Бруно бы увидели уже Тотсом. И Анану. Так, еще у нас завалялся гарантированный Тотс Лайф. Тут, наверное, все-таки верим в Доку. Других вариантов я, наверное, не рассматриваю для себя лично. Тотс. Англия. Соп, это шеф, да. Сколько раз я его уже видел? Наверное, раз 100. Лучше бы не видел еще столько же. Так, два редких, 86+. Ну, пожалуйста. И Спортс Тотс. Тихо. Швейцария. Вратарь, нет. Коби. А, все отлично. Все в порядке. За ним будет Тотс. И сразу видим, и это Рус. Снова она. Ну, нет. За что и Спортс? Так, здесь снова Тотса нет. Португалия, ЛЗ. Жоао Канселу. Жоао Канселу, может, двойной? Размечтался, правильно. Погнали, с большого набора. Пак за 100 тысяч монет. Спасибо, Франция, вратарь. Ну, Маньян, ну это одинарный вулкаут. Тем более сейчас такие цены на рейтинг, что это, ну, не то чтобы не окуп, это вообще ничего. И Доку, конечно, спасибо, вовремя упал. Так, набор ультимейт. Ну не зря же я какие-то викинг-лиги отыгрывал. Ну блин, ну и Спортс, и Шпроц. Испания, ЦП, Пареха, опять нет, еще хуже, Педри. Ай, двойной, подожди, двойной волкаут, тогда это лучше. Ну, сейчас Пареха, прикиньте. Нет, это бронз, еще хуже, потому что это снова дубликат. И снова Доку, ну блин, ну вот издеваются, суки. Ладно, окей. Снова набор ультимейт, пожалуйста. И Спортс, вот так руки делаю. И отлично, и это Тотс, уговорил. Испания, ЦОП. И кто это? Манчестер Сити. Родри! Тотс Родри! Это Тотс Родри, мать его! Тотс Родри! Продаваемый. Я не зря играл в Викинг Лиг. Сколько он стоит? Сколько он стоит? Я точно знаю, что ты что-то стоишь. 2 миллиона монет. 2 миллиона монет. Мне второй раз уже везет. Я верил в него, что он выпадет на трейд, а он трейд. Трейд, сука. И честно, уже плевать, что вообще тут выпадет. Ну, конечно, хотелось бы что-то себе в основу, а не в монеты, да, вывести. Но окей, ладно, подождите. 10 игроков, 85+. Погнали. Тотс, пожалуйста. Тотс, снова Тотс. И что это? Что это? Ну это женщина. А, нет, подожди, это Бонза, наверное, какой-нибудь. Это двойной Тотс! Двойной Тотс пак снова! Так, и что тут будет? Второй Тотс выше, чем 90 рейтинг. И это у нас опять вратарь. Да, Китинг. Ну что, с помощью дубликатов я нафармил еще пак 86+. Два игрока, и тут Тотс снова. Португалия, ФРВ. Аль-Наср, кто там? Подожди, а, это Роналдо. Подожди, Роналдо и Бонза. Блин, не пугайте так, я и думаю. Роналдо в Тотсе, блин, конечно. Кстати, почему он не в Тотсе? Но он будет позже потом, я думаю. Но немного он мне нервишки пошалил. Ну и все, и последний пак. Гарантированный Тотс, получается, содержит Тотс, момент Тотс, Тотс Лайф, Тотс Плюс. Только не дубликат, пожалуйста. Гарантированный Тотс, погнали. Это Англия, ЛФА, может, это ЦОП, это шеф. Нет, это Манчестер Юнайтед, ЦОП, Англия. Девушка какая-нибудь? Зелем. Очень даже неплохие статы. Но, блин, это круто, и она ничего не стоит такими скиллами. Ну, конкуренция. Ну что, друзья, вот такой у нас сегодня дроп. О лучшем я и мечтать не мог. Мы поймали, получается, раз, два, три, четыре и... 5. Там еще, по-моему, несколько Тотсов я квикнул. Короче, около 8 Тотсов. И среди них продаваемый, мать вашу, Родри. Это, получается, единственный Тотс, продаваемый за выпуск. И он стоит 2 с чем-то миллиона. Конечно, я его сразу выставлю на продажу, но это просто что-то невероятное. Я, честно, в шоке, до сих пор не понимаю, как он мне выпал. На какую счастливую тропу я стал, что мне в одну неделю падает лучший Тотс, в другую неделю падает один из лучших Тотсов. Мне уже страшно играть в Викинг Лигу и открывать пики, если честно. Там, наверное, выбор будет из Холланда, Де Брюйна, Месси еще в АПЛ будет. Вот что такое ощущение. Но это просто невероятно. Честно, я очень доволен. И я надеюсь, что вы поддержите этот ролик лайком, подпиской на канал. Также напишите комментарий, что вам выпало. Также ставьте колокольчик на канал, чтобы не пропускать новые покупки. Они тут очень часто. Ну а с вами был Лемур ФК. Всем удачи. Всем пока.